Доброе утро. У нас утро без приключений не бывает. В общем, выехала я почти. Ну, выехали из дома, распрощались с мужем. Я все поехала на работу. Он там к тебе. И я... Вот ему вроде бы как надо было менять этот... Ну, типа паспорта, да? Вот. Почти я доехала на полпути. Звонок на телефон. Я смотрю, это он. Ну, я остановилась на остановке, думаю, мало ли что случилось. Беру трубку, говорю, что? Я ключи дома оставил. Твою дивизию. А у него, знаете, он что? Он любит ключи ночами оставлять в двери. Я говорю, с собакой кто к нам влезет? Говорю, Чарли любое, как говорится, шолох, он сразу начинает гавкать, как не знаю кто. Тем более, я говорю, если ночью кто-то к нам будет пытаться залезть, говорю, он сразу нас оповестит. Нет, надо ключи в двери оставить. Знаете, если в двери ключи оставишь, то с той стороны не откроется дверь. Ну, так и получилось. Я приехала, попыталась открыть дверь. И у меня ничего не получилось. Беняки, Чарли? Пушка, не боится. Чарли, бейте! Вот, в общем, я вышла, говорю, дверь не открывается, иди прыгай от соседей к нам, ну, через крышу там можно, у нас в прошлом году, по-моему, сосед так делал тоже, ключи оставил, говорит, дома, можно и через вас, и вот он через нас прыгал, через вот эту стену на крыше, я говорю, иди делай, что хочешь, мне, говорю, я с тобой не могу нянчиться, мне на работу, и уехала. Ой, не могу, представляете? Нет, ладно, там забыть. Я тоже бывала, один раз забывала, помните, он приезжал, мне давал ключи. Но я ему сколько раз говорила, ну не оставляй ключи в двери, нет, ну не будут нас воровать, у нас собака дома. Мне даже если захотят, он, говорю, нас оповестит, что то-то, нет, бесполезно. Сейчас, говорит, я больше не буду оставлять их в двери. Естественно, еще бы ты оставил. Ой, представляете, вот так вот. Я на работе, у меня на голове, я только вчера дома голову помыла. И я ее не высушила. То есть у меня на голове там не пипец чему. Спереди вроде ничего, а сзади все дыбом стоит. Сейчас уложу. Дверь открыта. Хорошо, знаете, с одной стороны, хорошо, что у нас такие крыши, и можно перепрыгивать. А то бы иначе надо было бы ломать замок. И, в общем, ну вы сами знаете, что это уже, как говорится, в копеечку влетаем. Так, самое интересное, у меня не закончилось происшествие, прихожу на работу, а у меня интернета нет. Вообще, я подумала отказаться от интернета здесь, потому что я здесь не так много времени нахожусь, а если и нахожусь, то у меня его нет просто много времени, чтобы, ну, пользоваться интернетом, да. К тому же, эта компания, она постоянно как-то меня подводит, постоянно у них надо им звонить. То есть, если сегодня вторник, то вчера тоже интернета не было. Оплатить им нужно каждый месяц. То есть, 2 дня, а может быть и 3 дня у меня уже не было интернета. В общем, такие вот дела. В следующий месяц я, наверное, от них откажусь. Вот так. Не нужен мне их интернет. Хочу тут убраться. У меня тут, смотрите, осень. Я уже рассказывала вам все, что у меня летит вот оттуда все. От всех соседей. Ну и тут листья мои. Сейчас немножечко уберусь, пока никого нету. Вот. И порядок приведу здесь. Небольшой. Закрыла сегодня немного попозже. Ну не немного, а на час позже. По-моему, пораки, Чарли. Вот, а сейчас мне нужно в Меркадону заехать. Нет ни клочка бумаги туалетной. Там по-любому надо ехать. Хотя хочется так кушать. А еще даже ничего не приготовила, представляете? Так вот. Машина у меня вон там стоит. На склоне. Но специально здесь оставила, так как сегодня я опаздывала с этими дверями приключения. Кстати, интернет тоже дали, так что все наладилось. Видите? Бегом домой. Домой, ага, Меркадон. А сейчас народу мало там будет, потому что все в школу пошли за детьми. Так что, может быть, оно и к лучшему. На обед у меня сегодня пельмешки варятся. А вот что я купила. Сейчас попробую найти чек. Если он только не у меня в руках. И я его не помяла. Сейчас посмотрю. Он ли? Да.
Что-то я его выбросить решила. Подушечки вот такие, после обеда мне прям они в кайф, но, блин, они калорийные, ну да ладно, один раз можно. Хотя, смотрите, один раз. Они у нас стоят рубль 99, евро 99. Вот, дальше у нас. Взяла вот такую рыбу пожарить, здесь уже вся на свете. Ну, фритура, как говорится. Вот, она у нас стоит 4,40, здесь у нас 600 грамм. Мне нравится, нормальная. Кости взяла, не 3,43. Это сделаю что-нибудь, потушу с картошкой или еще что-то с овощами, не знаю пока, но хочу. Шпинат, свежий шпинат, такая вот сумка. Сумка-пакет евро стоит, по-моему. Да, евро шпинат. Так, что у нас дальше? Вот такой сырок. Light. Сырочек. Он у нас евро 25. Так, лук такой вот свеженький в салаты. Салат хочу сделать на завтра, наверное. Он у нас евро 25. Сыр вот такой на натертый, евро 25 тоже. Эмменталь. Я моцареллу почему-то не люблю. Мне она не нравится. Она так тянется, как резиновая. В общем, я ее не очень люблю. Так, это для жарки. Подсолнечное масло, оно что-то у нас тоже евро стоит. Шоколад, а вот этот вот Турон, ну сейчас уже начал Новый год скоро, у нас везде Туроны продаются, он у нас стоит евро 20. Только вот я Туроны не очень люблю, ну так с чаем подумала, думаю, может быть вкусно будет, но я, если честно, Туроны не очень люблю, поэтому муж сожрет, скажем так. Так, инсалада. Это вот это я взяла. Сейчас тоже поем. Мне нравится вот такая гадость. Иногда покупаю. Он у нас стоит евро 50. У меня даже слюнки текут, потому что уже поздно довольно-таки. До меня время 3 часа, а я еще не ела. А я ем очень рано. Так, что у нас там дальше-то? Вот такой вот для пищеварения купила чай. Здесь ромашка и всякие такие вот. Евро стоит вот, вот такая вот упаковочка. Может, кстати, надо заварить его. Чайник уже вскипел. Угу. Чтобы для пищеварения. Пускай заваривается. Пускай все переваривается, скажем так. Что еще? Ну, туалетную бумагу она в машине, я ее не донесла. 3,82. И 2 евро вот такие вот большая груш. Здесь почти 1,5 килограмма. Груш захотелось, и все вроде бы, да. А это моя запеканочка, это мы уже полопали, вот муж попробовал, я сегодня на завтрак, очень вкусно. Вот все, пойду кушать, всем приятного аппетита. Сейчас, правда, все это уберу пока в холодильник, там машинка стирается. Дверь открылась, мужа нет, наверное, у него какие-то дела, но потом я его расспрошу и поподробнее, кто чего почем и как. Кстати, я его друзей встретила в Меркадоне. Как всегда, расцеловались. Ой, любят здесь испанцы целоваться. Ой, как дела? И говорить, что ты красавица. Знаете, они при встрече всегда встречаются. Ай, ула, ке гуапа. Какая ты красивая. Неважно, может быть, ты там, знаешь, идешь вся вонючая, потная и лохматая. Все равно всегда говорят, какая ты красивая. Нет, ну я сегодня действительно красивая была. Я накрашена, я сегодня в платье ходила. Я вам не показала. Ну, еще будет время. В колготках, знаете, в плащ надела. А там такая жара на улице у нас сегодня. 23 градуса показывала. Ну и правда жарко, что этот плащ у меня остался в машине. Кстати, я к моему пылесосу присоединилась. Смотрите, доска гладильная. В общем, тут у меня дурдом, потому что вот это я стираю. Вот, вот эту штуку у меня Чарли вчера вырвала его почему-то, не знаю. И вот все это стирается. И на ночь глядя я вспомнила, что у меня неглаженный плащ. И где-то 11:30 я начала его гладить. Да, я такая, если мне в голову что-то придет. Ну и думаю, не буду убирать. Дальше поглажу. Погладить есть что. А пылесос? И опять про пылесосю. Потому что мне еще все равно надо доделать какие-то вещи. И везде там сумка, тут сумка. В общем, все надо это убирать, разбирать. А сначала кушать. Thank you.
Вот такая крыша у нас получилась. Туда лестницу положили, потому что вот с этой стороны не прошпандорены еще эти. Как их там называют-то, господи. Болты. Я тут пришла вещи вешать. Ой, лепота. На улице сегодня так хорошо. Вот так хожу. Тапки на 5 размеров больше. На балконе, конечно, надо убраться. Здесь земля по всей, блин, раскидана. А кто тут такой пришел? А кто тут к маме пришел? Кто тут пришел такой? Мальчик маленький мой, да? Мальчик маленький. Он сюда часто ходит, загорает, да. Загорает. Ладно, нам уже скоро идти гулять. Время уже 5 час. Повешу сейчас белье и переодеваться на прогулку. Черемоя. Кстати, помните, я черемою купил 3 штуки, евро килограмм стоил. Так вот, 2 из них я выбросила. По-видимому, они, знаете, какие? Палые были. То есть от ветра очень много черемой попадало. И, видимо, по низким ценам павшие сдавали, а не побитые. То есть его, ну, на, как бы, щупаешь, они мягкие, разрезаешь, они там внутри какие-то, ну, твердые, побитые, в общем. Я, конечно, понимаю агрикультуров там, да, что они вот это вот палы пособирали, наверное, и сдали. Ну, блин, тоже как покупатель. Я просто взяла и деньги выбросила в мусор. А здесь что-то собирают, и я так и не поняла, что это за трава. То ли капуста вот эта вот кали, то ли еще что. Ну, что-то вот... Я вчера рассматривала, но так и не поняла. Вчера они были здесь с трактором, а сейчас что-то вручную работают. Видите? Так вот. Так что вот купила я по дешевке черемой. Она не по дешевке, она была со скидкой. Там она, видели, если вы помните, там она типа стоила 2 с чем-то, потом ее сценили, уценили и сделали по евро. В общем, вот так. И одну я только съела, а 2 их выбросила. Пришла уже домой. К тушь, вот эта, которая сегодня накрасилась. Конечно, с одного раза ничего нельзя сказать, как это, Vivienne Savo, как-то так, да, Cabaret. Но смывается не очень. Вот я в спортзале умылась. Специально я там, у меня средства умывальные. И сейчас с мицелляркой. Ой, устала, как собака. Сейчас смою. Нас сегодня гоняли. Все 2 тренера, как на убой. Прям, я, честное слово. Еле жива. Еле дошла. Ну, дошла. Вот, сейчас чайку попью. И буду, у меня сегодня большой брат. Кстати, он скоро закончится. Вот. И буду большой брат смотреть и отдыхать. У меня вообще даже ноги не шевелятся. Вот кремом только надо намазаться. Здрасте, приехали. Чарли пришел. Дверь закрыл, конечно. Как это так, дверь закрыта? Его посмотрел? Все, вали. Он не любит, чтобы двери были закрыты. Вдруг там что интересное? А он пропустит. Вот такие вот дела у нас.
Да, я вот так прям сейчас намажусь. Сегодня еще две девочки новые русские увидела. Их я знаю. Чем у нас там, как говорится, увеличивается. Уже 5 человек, по крайней мере, есть. Ой. Ну все, намазалась. Мой вечерний ритуал совершен. И вот тут какой-то бдыщик. Бдоненька, не бдоненька, а бдадавка. Бдыщик, прям вот тут. Как раньше в детстве говорили, если на носу вскочил брыщ, это значит, кто-то в тебя влюбился. Прикиньте. А еще какие воспоминания были. Если чешутся губы, значит, целоваться будешь. Было у вас такое? Было же ведь, было. Вот, что еще? Если левая рука чешется к деньгам, правая здороваться. По-моему, так, да? Или наоборот, я уже не помню. Ой, детство, детство. Хорошее детство. Мы сегодня с клиенткой сидели, вспоминали. Ну, не то, что вспоминали. Она мне что-то про детство вспомнила. Она говорит, вот ты бы хотела вернуться. Я говорю, ну, не то, что вернуться. Говорю, просто в детстве, оно же, знаете как, не думаешь... ни о чем, что с тобой что-то плохое случится, ни о каких денежных проблемах не думаешь, ни о каких жилищных, ни о еде, вообще ни о чем, да? Живешь себе и наслаждаешься. Вот, в таком бы вот времени я побыла. А так, хотя и в детство я бы вернулась. Я бы пожила в детстве, классная пора была. Детство, детство, ты куда бежишь? Понаделала чаев. Это мне с Стевией. Это, по-моему... А, это мента, и тила это, господи, как она, на дереве-то растет, тила, липовый цвет. И вот такой вот ромашку мужу. Еще у меня вот такие есть личи, фрукты, хочу сейчас открыть и немного слопать. Так хочется, ах, как хочется. Что еще там слышу, по телевизору по-русски разговаривают. Муж какой-то сериал смотрит, их смешной. Не слышу, там по-русски разговаривают. Смешно так. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Вот такой у меня день сумбурный получился. Какой-то, знаете, какой-то вот всего-всего много. И какой-то... Я все-таки люблю, чтобы все было ровно, плавненько. А это как-то работы много. Утро какое-то странное. Потом еще все тренера вот эти, вот они все по-новому сделали. Нагрузку увеличили. В общем... С ума сошли. Еще у меня это, девочкины дни пришли. В общем, все вместе, все ко всему. И вот так вот. И всего вам самого наилучшего. И до завтра. Пока-пока.